По улицам Салехарда начали курсировать новогодние автобусы. Один из них стилизовали под символ наступающего 2024 года. Он приобрел очертания дракона. Водители общественного транспорта нарядились в костюмы Дедов Морозов, красные шубы со звездами, шапки-боярки, варежки и бороду. Салоны тоже украсили праздничной атрибутикой, елочными шарами и гирляндами. Пассажиры старания сотрудников общественного транспорта уже оценили. Очень красиво и прикольно придумали. Вообще приятно. Приятно. Такой настрой сразу же бодрый становится. Хочется по магазинчикам сходить. Будет у нас один автобус, который мы планируем запустить. То есть такой вот кинотеатр на колесах. То есть там будут идти у нас наши советские новогодние фильмы. Позаботились о праздничном настроении и юных пассажиров. Так в школьном автобусе будут показывать мультфильмы. Ребята, которые расскажут водителю Дед Мороз стихотворение, получат в подарок конфеты. Новогодние автобусы будут курсировать по всем маршрутам Салехарда до 14 января.